Приветствую вас, дорогие друзья! Кого-то эта новость расстроит, а кто-то порадуется с нами, вместе с нами. Ведь наша красавица Ворон Карман уже в скором времени обретет новый дом. Мы нашли ей любящих хозяев, у которых есть целый загородный дом. Живут вороны и другие птицы. Наша красотка будет жить в отличных условиях. Сами знаете, каково держать такую серьезную птицу дома. Я думаю, профессионалы, а также большие любители птиц меня полностью поймут. Ведь даже нашего балкона для нашей красотки было маловато. Будем надеяться, что все будет отлично. Приятного просмотра, дорогие друзья. А Ворон Карман переезжает. Вот тот, который ближе к окну, ага. Самец Дуняш. Или Дуня, мы его называем. Ну, после травмы крыла и открывшегося кровотечения, мы закоагулировали то место. А там нет, не перо сломано было? Нет. Потому что растущее перо, когда ломается, очень здорово протекает. Вот. И закоагулировали, и больше не растет. Ага. Из той лунки перышко. Там ага. 2 или 3, наверное. Девочка Коломбина. Это, получается, дочка его. Яйцо вывели. Она выросла. Большая такая стала. Да какой активный. Это вот Баря такой активный. Она под стол забралась. Баря, да. Баря самый активный. Да, Баря молодец какой. Баря самый шумный. Энергично. Ой, да он стоит всех наших 6 голубей. Он очень громкий. И вот... Чернышку я вам не покажу, потому что она забралась спрятала. Под стол, ага. Да, ее не достать. Убим. Все лес. Собаки чувствуют, когда человек хорош. Всегда вот ласкаются. А ко мне вообще... Со всех сторон они вас окружили. Клеточку сделала. Страшненькой, смешной такой. Она вся в прищепках. Ну, зато очень функциональная. Ничего ты. Я ее потом сложу. И она будет плоская, хранится у меня. Для перевозки. Да, для перевозки. Сделаем, я думаю, нормально все будет. Ну, потом сетка, она все-таки легкая. А такая птичка действительно, она коробку на раз разделает. Да, коробку он быстро уничтожил. А ящик тяжелый будет. У нас была попытка отправить ворона в коробки, и вот что из этого вышло. Вон, Карман у нас сидит. Кушай! Девочка хорошая. Хорошо дорогу, да, переносишь? Девочка. Девушка, ну как вам? Как вам сидится? О, я даже вижу вашу лапу. Прогрызли всю коробку, да? Прекрасно. Прогрызли всю коробку. Сидим здесь, да? Это вот скотч единственное, что ее еще сдерживает от того, чтобы она не вылезла, ну, из коробки. Марта, как сидеться? Как сидится? Хорошо на переднем? На водительском кресле сидеть, отдыхать, хорошо? Давай, заводи, поехали дальше. Нечего просто так просиживаться. Давай, моя девочка. Давай.
заходите сюда ко мне, Дарья. Здоровая какая лошадочка. Да ты большая птичка такая. Да, она у нас не пугливая. Ага. В меру, так сказать, пугливая. О, такая. С той стороны крыло, вот оно немножко висит, видите? Ага. Травма. Но оно не гуляет? Нет, не гуляет. Уже, нет, да? нет. Ага. Там уже она твердая, вот эта мозолька костная. Ага, да. Ага. Такая вот. Хорошая птичка. На балконе? Ну, на балконе все равно, сами знаете, что лучше. Так, ну да. Ну, это ждет уже, думает, что еда у меня. Нету еды, нету с тобой еды. Все, получишь уже попозже. Ну что, будем ее это... Ну, сначала надо клеточку распаковать. А, распаковать. Стелить эту самую. Давайте. Пеленочку. Для начала нам надо развязать это все. Просто развязать? Да, просто развязать. Карман поедет в такой вот переноске. Клетка. Это, в принципе, полноценная клетка, да? Да, в общем-то, да. Да, удобно. Полноценная клеточка, только разбирающаяся. У нас была попытка вести ворона в коробке, она порвала все. Чуть было не был совершен побег. Значит, нам надо как-то подстелить вот это. Вот это? Да, а потом уже тряпочка. А как она отодвигается? Я не вижу, как в нее залезть. А, залезть-то? Залезть очень просто. Ну, подстилать мы будем снаружи эту тряпочку. То есть не внутрь. В общем, все вот эти мы снимем и откроем дверцу. Значит, сначала нам надо вот под эту плитку. Вниз. Давайте я ее поднимаю, я понял. Ага. Подстелить вот это, потом сделать так, чтобы вот это мы потом могли запаковать. Все, я понял. Это чтобы у нас, так скажем, вороний подгузник будет. Да, да, это будет вороний подгузник. Ой. Аж не верится. Карман покидает наш дом. Вот. Так. Татьяна, вы там встречаете тогда, да? А я да. Здесь беру. Ой, Кармуня. Давно я тебя не брал. Так. Прости заранее. Это мы накидываем тебе на голову. Не, ну не бойся. Давай. Вот так. Ты только не... Оп, тихо. Давай вот немножко. Ну, пожалуйста. Вот так. Иди сюда, иди ко мне, моя птичка. Ну, отпусти. Зацепил секретами. Может быть, пусть без нее все-таки сидит? Хорошо, пусть без нее сидит. Так бы, может, нормально, но вот крыло оно болтается, из-за этого она его загибает. Да. Наверное, вот так сделаем. Давайте тогда есть что-нибудь, чем подковырнуть можно гвоздички? Ну, благо, ехать ей недолго, так что это... Нормально все будет. Так, закрепили, да? Да, там закрепила. Будет у нее в пути игра, отковыряй, как они называются, скрепки, в общем. Их тут много. Теперь заворачиваем, а да? Теперь вот мы это заворачиваем. Как было там. Да. Вот, и стараемся вот сюда немножко накинуть. Угу. Вы сделаете, вы просто лучше знаете, как оно было. Прищекнула напоследок. Фирменный свой укус сделала. Так, а где у нас... Веревочки, вот они там. Кармуня. Чего? Она едет к своему... Как это? Будет ее сводный... Суженому, либо... Ну, мы не знаем пол ее точный и его, поэтому будем надеяться, что эта пара... Скажем, что они, по крайней мере, если даже не пара, что они подружатся, да. Может быть, будет 203, а может 2 обратно. Ну, зато будут это. Все-таки им будет с кем общаться. А вот вы говорили, что не будет она замочками, она уже с ними играется, пытается вылезти. Нет, играется, я надеюсь, что она их не должна снять. Потому что их снять, в общем-то, это еще хитро надо силу приложить. Ну, будем надеяться. Ну и потом сразу все не снимет. Все не нравится ей. Ну ладно, это временно, совсем чуть потерпеть, нормально все будет. Ну что, Кармуш, пойдем в новый дом. Все, заворачиваем тогда вот здесь и идем. Несем карман в новый дом.